Привет всем! Вы на канале Valerie Life. Девчонки, сегодня я вам хочу показать два метода, которые я использую для того, чтобы завить свои волосы. Для этого вам не понадобится ни плойки, ни бигуди, ничего. Если вы хотите, чтобы локоны держались как можно дольше, вы можете использовать пенку для волос. Я не использую пенку для волос, потому что у меня осветленные волосы, и эти локоны обычно держатся у меня до следующего мытья головы, а точнее 2-3 дня. Так что всем, кому интересно, что же я использую, как же я это делаю, оставайтесь смотреть. Первый способ. Я заплетаю волосы в жгуты. Эту прическу я делаю обычно утром и хожу с ней целый день. С жгутами можно делать различные прически и укладки. Также их можно просто оставить в виде кос. Преимущество этой прически для меня – волосы аккуратно уложены и не пачкаются дольше, ну и, конечно, не запутываются. Если на ваших волосах не держатся кудряшки, используйте немного пенки для волос. В итоге это придаст рельефность вашим локонам, и они будут дольше держаться на ваших волосах. Вечером, если вам надо изменить ваш образ, вы можете распустить жгуты, и у вас получатся очень оригинальные локоны без всяких заломов. Важно не расчесывать волосы, а разобрать их пальцами. Все легко и просто, и при этом у вас обновленный, более романтический образ. Второй способ – это коса-колосок. Ее я заплетаю на вымытые перед сном волосы и ложусь с ней спать. Утром остается только расплести косу и осторожно разобрать прятки и запутанности пальцами. Расческу я не использую, чтобы не превратиться в балонку или пуделя. Вы можете оставить волосы распущенными или уложить их в объемный пучок, ну или хвост. Ну вот и все. Это все, что я хотела сегодня вам показать. Если вам было интересно, то ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. А я с вами прощаюсь. И до следующих видео. Пока!